Сегодняшняя проповедь называется «Кто хуже неверного?». Я думаю, что все вы знаете Писание, правильно? Я сразу прочитаю этот стих. «Если же кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Если же кто-то о своих, тем более о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Это 1 Тимофея 5:8. Я не верю, что это касается только вдов, касается только женщин. Я верю, что это слово касается всех верующих людей. Я верю, что каждый из нас должен пектись. Что значит пектись? Заботиться о своем доме. Я верю в обетование «спасешься ты и спасется дом твой». Аминь. И я знаю, и я вижу в Писании, как спасаются семьи, спасаются поколения. Как пришел Павел в дом Корнилия, весь дом его принял Духа Святого, все приняли спасение. Это бизнесвумен Лидия встретилась с Богом, сразу крестилась, а вся ее семья с Павлом, когда встретились. Стражник привел Павла домой, весь дом его принял сразу Иисуса Христа. Я по своей семье, по своему, здесь много семей верующих, христианских, аминь? Ну правильно же? Ну, по семьями приходят к Богу. Но бывает так, что сначала приходит один. И бывает такое, что написано, что бывает даже такое, что враги домашние его, когда на человека ополчаются из-за его веры, из-за его, может быть, хождения в церкви, из-за его исповедания, из-за его образа жизни, ополчаются почему? Потому что не до конца понимают, куда человек попал и как его жизнь сейчас будет меняться. И я верю, что это начальный, это первый этап. Когда ну, твои родные могут, не, ну как бы так сказать, ну как бы с опаской отнестись к твоему уверованию. Но я верю, что этот момент, он проходит. Об этом говорит апостол Петр, что, слушай, если ты верующая, а у тебя муж неверующий, дети неверующие, они все освящаются тобой. Ну служи в своем доме. Потому что весь дом, он освящается тобой. И кто о своих, особенно о доме своем, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Вы знаете, что значит пектись? Почему отрекся от веры? Забота – это проявление Божьей любви. Слышите? Как проявляется Божья любовь? Она проявляется через заботу. Как проявляется моя любовь к человеку? Она проявляется через заботу. И когда эта любовь через меня не проявляется, получается, я уже отрекся от веры. Я верю, что она должна проявляться. Я верю, что иногда мы становимся затором для Божьей любви. Мешаем Богу войти в нашу семью и спасать наших близких и наших родных. Я верю, что через наши добрые дела, я верю, что такая забота, вот это попечение – это ключ. Я верю, что попечение – это Божий инструмент. Завоевывай и наставляй. Главный инструмент завоевания человека – это его помощь ему. Это служение этому человеку. Это когда ты действительно восполняешь нужды человека, когда ты печешься, заботишься о человеке, ты этого человека приобретаешь. Понимаете? До меня иногда, да не то, что там доходят слухи, не так даже скажу, мне иногда братья и сестры рассказывают о своих проблемах с родными, с родственниками. Здесь свои имеются вообще все родные, все родственники, и тем более семья. Я верю, что это может быть на начальном уровне. Но потом, если ты правильно сориентируешься, если ты станешь в пролом, я проповедовал когда-то в проломе за близких, начнешь служить своей семье, служить, являть Христа, заботиться о них, служить по-разному пектись о них, то я верю, что они придут ко Христу. Я верю, что ты их приобретешь. Аминь. Поэтому можно сказать, что кто не печется о своих близких, можно сказать, что это только материальное. Ну, знаете, там деньги дал, там все, как бы, ну, тех, кто не дает деньги. Нет. Забота, она касается всех сфер. А тем более, если мы хотим приобрести душу человека, нужно заботиться не только физически, нужно заботиться и о душе человека.
Нужно проявлять внимание, проявлять интерес к жизни человека. Конечно же, физическое служение. Мы верующие. Вообще, я не знаю, откуда берется такой менталитет, но иногда я сталкиваюсь с людьми верующими, которым все должны. Все должны. И пастор должен, и лидеры должны, и должны даже их родные теперь и близкие. Тем более наркоман же, он же теперь не колется, не курит, не пьет. Все, ему вообще все должны. За то, что он себя больше не гробит. С чего? Ты же себя больше не гробишь. Я когда, или есть такой момент, я никому ничего не должен. И они даже уже не добавляют, кроме взаимной любви. Он вообще никому ничего не должен. И знаете, что происходит с такими людьми? Они разочаровываются в людях. Разочаровываются в людях. Потому что когда ты никому не должен, никто тебе ничего не должен. Ну, понял, да? А ты же хочешь? Подожди, так давайте, заботьтесь обо мне, служите, дайте. А тебе никто не дает. Почему? Так это же, каждый видит и получает то, как он понимает. Ну, понимаете, да? Если я понимаю, что я никому ничего не должен давать, так и тебе никто ничего не должен давать. И получается, все, расход. Получается, действительно, нет любви, нет единства. Нет гармонии, которая должна быть, я верю, вообще в наших поколениях. Я верю, что человек, когда приходит к Богу один, все, подтягиваются его братья, сестрички, мамы, тети, дяди. Приходит вот все, целый дом. Приходят его друзья. Почему? Потому что все видят в нем колоссальное изменение. Все видят, как он изменился, и все видят, что он начинает им служить. Поэтому даже там посуду помыл. Я дома, я когда братьям провожу, я говорю, ребята, я дома шуршу. Я правда там что-то там подметать, где-то посуду помыть, сбегать за чем-то, что-то сделать, снег чистить. Я делаю дома, я служу дому. Понимаете? Хотя мог бы нет. Делай физически, материально, душевно, спрашивай, как дела. И вы знаете, можно обманывать себя, что на это очень много, что на это нужно деньги. На это нужно время. Не нужно на это ни деньги, не нужно на это время. Нужно желание. Все понимают твое материальное положение. Даже если ты купишь тортик, птичье молоко, или я не знаю, хоть что-то, хоть там полкилограмма яблочек принесешь, все, вот это, оно же видно. Понимаете? Даже если ты там 10 минут посидишь, уберешь телефон, выключишь телевизор, тебе хватит этого времени, чтобы провести продуктивно, чтобы человек почувствовал, что он для тебя важен, что ты его любишь, чтобы приобрести человека. Можно себя обманывать, что у меня не хватает на родных время, не хватает на близких время. На интернет хватает, на фильмы хватает, на еще на что-то хватает, надо обрезать служение. Я много служу. Вот те, кто обрезал служение, вот им точно уже ни на что не хватает. Почему? Потому что классно, тогда работает, попался. Знаете, какая мысль? Обрезай еще, еще обрезай. Все, обрезай до конца. Да вообще все. Не получается чуть-чуть служение обрезать. Потому что либо ты служишь, либо ты не служишь. Когда ты перестаешь чуть-чуть служить, ты понимаешь, что что? И даже если ты там раз в месяц служил, у тебя будет навязчивая мысль, что у тебя проблема из-за того, что ты раз в месяц что-то делал. Надо еще это с себя сбросить. Ребята, это не Бог так говорит. Это так, за между прочим. Исаия 58:7. Помните, пост, который я избрал. «Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». От единокровного твоего не укрывайся. Слышишь? Это пост, который избрал Бог. Как, знаете, нам иногда хочется укрыться от единокровных, еще же родственники бывают разные. От родных подальше, там, с друзьями, да я лучше с кем угодно. Нет, не укрывайся. Не укрывайся от помощи родным. Всегда, если нужно, используй этот прекрасный момент, если кому-то из твоих родных нужна помощь, используй этот момент, чтобы помочь. Чтобы завоевать сердце человека, завоевать его душу, чтобы приобрести его. Аминь. И это Слово Божье, это закон Божий. Поэтому, вы знаете, есть минимум. Мы можем вообще, оставить, что нет пророка в своем отечестве.
Ну, все, пусть они сами по себе, я сам по себе, кто-нибудь когда-нибудь их спасет. Ну, не факт. Может быть, и не спасет. И практика показывает, что, ну, редко. А можешь встать и сказать, нет, я не пророк в своем отечестве, но я ключик, я дверь, я ресурс в Божьих руках, инструмент. И через меня их приобрету. Я им явлю Христа. Они захотят быть похожими на меня. Видя мой образ жизни, они захотят жить так же. Мой адекватный образ жизни, когда они увидят, они захотят так же. И я буду им пытаться им показать. Здравствуйте! Большое спасибо, что прямо сейчас вы смотрите это видео. И я молюсь и очень надеюсь, что оно касается вашего сердца и меняет вашу судьбу. Я хочу предложить вам, давайте мы распространим это видео. Может быть, вы можете разослать его другим людям, своим друзьям, знакомым или близким. Может быть, вы хотите стать партнером и помочь нам как-то материально. Вы можете увидеть реквизиты в конце этого видео, для того, чтобы это видео было доступно для сотен тысяч, а может быть и миллионов людей. Также у меня есть свой канал, вы можете увидеть ссылку в описании и регистрироваться на него и смотреть, распространяя его также. Я надеюсь, что то, что вы сейчас слышите, действительно касается и меняет вашу жизнь. Я молюсь об этом. Поэтому, пожалуйста, смотрите дальше, откройте сердце и помогите распространить это видео другим людям. С Богом! Нет пророка в своем отечестве. Ну, все, пусть они сами по себе, я сам по себе. Кто-нибудь когда-нибудь их спасет. Ну, не факт. Может быть, и не спасет. И практика показывает, что, ну, редко. А можешь встать и сказать, нет, я не пророк в своем отечестве, но я ключик, я дверь, я ресурс в Божьих руках, инструмент. И через меня их приобрету. Я им явлю Христа. Они захотят быть похожими на меня. Видя мой образ жизни, они захотят жить так же. Мой адекватный образ жизни, когда они увидят, они захотят так же, и я буду им пытаться им показать. Есть первое, плохо, когда мы не заботимся и не стараемся спасти наших родных. А есть еще одна категория людей, я их лично называю сектанты. Сектанты. Я учился, я немного образованный человек, поэтому я знаю, что такое секта. Это там новое ответвление, маленькое от что-то большого и так далее. Ну и кажется, тут в терминологии ничего страшного нет. Но почему же все так боятся сектантов? Ну, понимаете, да, секта – это куда тяжело попасть, откуда тяжело выйти. Слава Богу, у нас церковь открыта. Заходи, выходи. Там тебя никто не держит. Но есть категория людей – сектанты. Это я их так назвал. Это верующие люди, от веры которых страдают их близкие. Все, запиши формула. Сектант – это человек, от веры которого страдают его родные и близкие. Все. И можно ходить, знаете, в одну церковь, слушать одного пастора. Но думаешь, как у тебя дома такое происходит? Что у тебя там все от тебя, от твоей веры плачут крокодильями слезами. А потом, ну, можно, знаете, все, я верующий, все, и начинает дома устраивать тиранию, все, заставляет молиться, заставляет поститься, телевизор мы не смотрим, так, дети мультики не смотрим, Новый год мы не празднуем, могилки на кладбище не обрабатываем, то, все, конечно, родные скажут, он попал в секту. Скажу, попал вот здесь. Я не знаю, кого он там смотрел, кого он там слушал. Я категорически против этого всего. Я пастор. У нас в церкви этому не учат. У нас в церкви учат, что вся твоя семья, весь твой род должны быть счастливы от того, что ты уверовал. Счастливы. Они говорят, как хорошо. Как хорошо, что Виктор Романов Иванович пришел ко Христу. У меня весь род изменил представление о протестантской церкви, потому что изменился я. Я что-то показал. Аминь. И я верю, что вот это вот, ну, это важно. Поэтому важно иметь наставников, важно иметь общение. Кто домашних не печется, можно также сказать о домашке. И не только лидеры должны пектись, каждый из нас должен принимать участие в этом. То есть я даю,
я что-то, ну, я служу. И тогда ты поймешь, что ты приобретаешь. Ты приобретаешь. Вот эта вот паранормальная вещь, когда я отдаю, я приобретаю. Это ж правда. Это правда. Когда я служу, я приобретаю. Когда я что-то делаю, я приобретаю. У нас в семье, не в семье, в семейном служении, семья в тренде, пастор Женя учит, возьми жену на плечи, да? Причем мы же не подкаблучники. У нас есть в семьях хорошая, правильная иерархия. Мужчине глава Христос, жене глава муж. Но тем не менее мы служим своим женам. Поэтому у нас крепкие семьи, крепкие отношения. У нас счастливые браки через служение. Поэтому есть две категории людей, к которым мы должны относиться вообще по-особенному. Вот по-особенному. Первое – это наши родные, наши близкие, наша семья. Они заслуживают другого отношения. Бог об этом говорит, что тем более от домашних. Ну, тот хуже, ну, потерял веру. Значит, ты где-то уже не в того Бога веришь, если ты не являешь Бог, Божью любовь, Божью заботу. Если ты не несешь помощь, а природа Бога – это помогать. Понимаете? И я помогаю, я являю Бога. И люди, они все отзываются на помощь. А первое – это родные. Вторая – это братья и сестры. Есть категория людей – это братья и сестры, это мы с вами. Это наша церковь. Это люди, к которым я должен относиться по-особенному. Галатам 6.10. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Вы поняли, откуда берутся странные верующие люди? Оттуда, что у них нет наставника и нет общения с нормальными людьми. Все, сам себе на уме, кого-то послушал, кого-то посмотрел. Я иногда сам такие ролики вижу, там рассказывают, но уже чуть смешно. Чуть ли там не запасное колесо с собой не возите, оно на солнце похоже, это там солнцепоклонение. Ну, бред! Кто-то посмотрит, и там, ну как? Нет. Есть священники, есть пасторы, есть лидеры. Ну, как бы есть четкое учение. Всем делайте добро, особенно своим по вере. Ну вот почему-то особенно. А почему-то, знаете, нам где-то хочется кому-то делать добро, а от своих хочется получать. Своим не хочется делать добро. Хочется как бы вот здесь пожинать, не сея. Нет, сей. И тем более сей в своих по вере. Это особенные люди. Второзаконие 23 глава говорится, что денег в рост не давай братьям и сестрам, неверующим, иноземцу давай в долг, чтобы отдал больше. Верующему не давай. То есть, ну, на верующих нельзя наживаться, на братьях и сестер. Это почва. То есть, особенная категория людей. Согласны вы? Поэтому в церкви мы тоже ведем себя по-особенному. Мы здесь семья. Мне очень понравилось, точнее, даже не так скажу, мне не очень понравилось, в прошлое воскресенье Оля говорит, давайте там найдите, кто кого первый раз видит, возьмите, познакомьтесь, помолитесь друг за друга. Я как бы, кстати, где Георгий? У нас еще есть задание, помните, от Оли узнать, как дела? Как дела у человека, за которого ты молился? Но я столько хороших отзывов слышал за эту неделю. Мне говорят, наконец-то! Слушайте, если каждое бы воскресенье в церкви вот так вот бы сказали бы, знакомься с кем-то, каждое воскресенье ты знакомился бы с незнакомым человеком, у тебя бы появилась куча друзей, тебе бы стало легче в церкви быть и так далее. А я говорю, слушай, а кто тебе мешает? Зачем, чтобы тебе со сцены говорили, найди неверующего, ну и так далее. Но людям нужен был толчок. И многие прорвались. И я верю, что этот толчок был. И я верю, что ну все, ты с кем-то познакомился. Но я вас прошу, себе за правило, вот задай себе за закон. Каждое воскресенье я буду с кем-то знакомиться. Хотя бы с одним человеком. Вот это же не сложно. В церкви каждое воскресенье. В христианском центре восстановления. Я прихожу, нахожу человека, которого не знаю, подхожу и знакомлюсь. Ну, это несложно. Я так живу. Я каждое воскресенье хожу, знакомлюсь. И с некоторыми из вас по 2-3 раза знакомлюсь. Каюсь, плохо запоминаю лица, плохо. Но
Я так живу, я хочу, причем я это не наигранно, я хочу всех знать. И я понимаю, что каждый из нас так же, он должен всех хотеть знать. Мы, Ефесянам 4:16, из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Церковь, она созидается и превращается и возрастает в любви, когда? Когда каждый из нас что-то начинает делать по силам. Я возрастаю в любви, когда я что-то начинаю делать. Это меняется вот здесь. А вот здесь вот меняется, меняется все. Меняется атмосфера в церкви. Представь. От того, что у тебя в голове, зависит атмосфера в церкви. Но она не зависит не для меня, а для тебя. Потому что для меня атмосфера в церкви зависит от того, что у меня в голове. Поняли? Поэтому вроде бы про одну и ту же церковь можно услышать разные мнения, разные взгляды. Почему? Потому что вот здесь у человека у одного так, у другого так. А как сделать, чтобы было вот так все? А я вам сказал как. Служить друг другу. Заботиться о своих. Кто о своих печется? Все, о церкви. Давайте будем заботиться друг о друге. Давайте будем решать проблемы друг другу, помогать друг другу, знакомиться, подходить, просить помощи друг у друга. Видишь незнакомого человека, подошел, спросил, чем я могу тебе помочь. Я верю, что вот это вот все, простые такие действия, но когда ты не сидишь и не ждешь, когда ко мне подойдут и наконец-то обратят внимание на мои проблемы, подойди, обрати внимание на чьи-то проблемы. И 100% к тебе подойдут. Потому что я буду это сеять, я запущу это, и обязательно это ко мне придет. Аминь. Поэтому я чувствую, что в этом новом году, новое время, я вижу, что это новое начало. Я поэтому и говорю про списки. Я верю, что те двери, которые были закрыты годами, сейчас будут открываться. Я верю, что те сердца, которые были закрыты годами и касаемо наших сердец, наших родственников, наших братьев и сестер, Бог будет сейчас открывать. Бог хочет их сейчас открывать. Бог готов сейчас открывать и спасать наши семьи. Слышите? Но для этого нам тоже нужно постараться. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Такое короткое у меня слово. А кто со мной согласился каждое воскресенье знакомиться с кем-то в церкви? А Реп-центр что, не будет знакомиться? Ну, вы хоть бы с самим собой познакомились. Или вы всех знаете. Хорошо, давайте помолимся. Давайте помолиться действительно за себя, чтобы у нас было правильное понимание. Я даю. Я даю. Я даю. У меня есть что дать. Обращайтесь ко мне. Я служу. Я восполняю. Я забочусь о родных. Я забочусь о своей домашке. Не домашка обо мне заботится, я забочусь о своей домашке. Там нуждаются в твоей заботе? Нуждаются. Значит, ты там нужен. Это меняет вообще все. Не так, что я ничего не получаю, а так, что наоборот, я туда не даю, и это все меняет. Дорогой Бог, великий Отец Небесный, пожалуйста, прости нас, если мы где-то потеряли веру, если мы где-то потеряли Твой образ, если мы где-то вели себя как неверующие, хуже, чем неверующие, прости нас, Господь. Я прошу Тебя, Бог, дай нам мудрости и силы нести Твой свет, нести Твое царство, нести Твой образ и Твое подобие во имя Иисуса Христа. Мы Твои представители на этой земле. Мы представители Твоей церкви, чистой, святой. Помоги нам представлять Тебя таким, какой Ты есть. Помоги нам представлять церковь такой, какая она есть. Во имя Иисуса Христа. Я благословляю всех наших родных,
всех наших близких. Я благословляю каждого из нас. И пусть каждый из нас будет дверью, пусть каждый из нас будет ключом к спасению нашего рода, нашего поколения, нашей семьи. Во имя Иисуса Христа. Бог, мы признаем свое бессилие без Тебя. Мы признаем свою зависимость от Тебя, свою нужду в Тебе. И мы просим Тебя, помоги нам. Помоги нам не суетиться. Помоги нам не искать своего. Ведь Твоя любовь не ищет своего. Помоги нам являть Тебя, любящего, заботящего, восполняющего нужды во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя! Воздайте славу Богу! Аллилуйя!